меня были ожидания какие-то школьные, детские, вот эти розовые мечты, то, что актриса – это так интересно, театр – это так интересно, никакой драмы в театре, все друг друга любят, уважают, и работа клеится. Мне больше было интересно, как строится работа над ролью, над спектаклями. И, конечно, мои детские ожидания не совпали с тем, как получается в реальности. Я очень люблю театр. Вот не хочется мне бросаться такими словами, что театр — это храм, театр нужно уважать. Это все внутри. Мне не хочется таких громких слов. Наверное, больше не совпало мои ожидания над тем, как происходит работа. Но это не значит, что я ее не полюбила такой. Я представляла себе, что это мы выходим, красиво говорим текст. Режиссер говорит, какие мы молодцы. Вот, мы в красивых костюмах, такое что-то очень высокое говорим. Мы несем искусство в массы. И, в общем-то, это было что-то такое очень поэтическое, абсолютно не имеющее места в реальности. На самом деле это работа, это труд, большой труд. На самом деле получилось так, что мы не просто должны владеть собой, мы должны владеть телом, речью, голосом, мыслью. Для меня самое сложное оказалось, когда в жизни что-то происходит, в моей личной жизни что-то происходит, и отгородить это от сценической жизни.